Мы не идем сюда. Это что такое? Ладно. Назад. Йоу, что тебе надо? Я сейчас в игре. Ты же ребенок, как и я. Ты, точняк, хорошо разбираешься в этих машинах. Знаешь игру «Мяу-мяу, бластер, рубе, она улетная», хотя я в ней отстой. Я слышу, что есть финальный босс, но не видел, чтобы до него кто-то доходил. Сто пудов ты сможешь надрать ему зад. Окей, он заземлен, какое разочарование. Раньше этот стол работал куда лучше, походу с давлением воздуха начудили, а еще чего? Куличей, что этот стол еще и кондей? Вести не самые лучшие. Жесть, что? Стол, кондиционер. Вставить М, чтобы сыграть. Ладно, я шучу, 3 монеты. Мяу-мяу, бластер любви. Окей, допустим. Мяу-мяу, бластер любви! Они даже... Окей. Избегай печальку, неси любовь. Старт. А, вы умеете стрелять! Пец! Конец игры. Очки 100. Так, ребята, тут мы потратим все наши деньги. Зажми кнопку. Мяу-мяу, бластер любви. А, нифига, тут есть типа супер атака. О, я понял, спасибо. Сосалово. Так, как я сдох за секунду? Мяу-мяу, бластер любви! Тихо, чат, серьезный гейминг пошел. Я что-то... Я не понял, там коробка была. Да сколько? Да это невозможно. Короче, надо смотреть на додж в первую очередь и потом делать все остальное. Я понял. Уклоняюсь назад. Назад стрельба, чуваки. Тут нет уклонений. Ну, по крайней мере, я не нашел. Нифига! Чат, иду на рекорд! 260 это рекорд явно. Значит, на X. Ну это ластовая, говорю вам, это ластовая. Сейчас будет геймплей жесткий. Клонение на X. Все, я понял, чат. Спасибо. Нет, я ловлю! А, это что за пенис огромный? Нет, я почти победил его. Ну надо, чат. Ну надо, ну почти же, ну надо. Нет, нет! Да он, что? Я победил, кстати, его. Но я умер просто в этот момент. Мяу-мяу,
Ну это точно оно, чуваки, ну это точно оно, клянусь вам. Гарантирую просто. Почему меня вертит? Привет, Ласт, спасибо большое за 49. Это хорошо, это хорошо. Папа, вернись в семью, ребята! Есть вещи важнее семьи. Короче, все, я отказываюсь. Все, я ухожу. Там два босса, ну и пофиг. Пусть хоть 10. Не работает. Я попробовала вам что-нибудь, но я бастую, владельцу нужно стать лучше, то есть мне. Я владелец! Неплохо, неплохо. Да как с тобой поговорить? Тебе приходилось составлять жизнь загонщика, чтобы привести в нее модернизм. Крайне рекомендую самый престижный вариант прожить свою жизнь. Шикарная архитектура, выключатели, латты, машины, в ней есть все. Начнешь ей потакать, и обратного хода не будет. Допустим. Папа, вернись в семью. Мяу-мяу, бластер любви! Дорогой, где ты был? Так, это что-то было сейчас. Бать, тебе нормально? Нормально. Этот проход заблокирован, я не сдвинусь, чтобы ты не сделал, тебе не понять. Повадки сильной и независимой. Вот фэ. Что? Что? Это перевод такой? Или... Ну ладно. Не, подождите, это странно. Привет, Тирамиль. Допустим. Колодец желаний Дюн. Прижмите М к груди, подумайте о чем-то желанном. Кто знает, может быть, если много монстров чего-то пожелают, оно сбудется. Так-так-так, что у нас тут, блин, я оставил все свои М дома. Одолжишь одну? Конечно, спасибо. Я желаю, что Кловер благополучно вернется домой. Теперь на твоей стороне есть и я, и желание. Класс. А ну-ка, деревянное основание и железный гвоздь, держащий все вместе. Извини, я опять занудствую. Определенно клевая повозка. Желание нельзя говорить вслух, реально. Минус М. Погоди-ка, мне кажется, или кто-то сюда идет. Этот город слишком мал для нас двоих. Извольте-ка взглянуть. Кто-то новый изъявил желание наткнуться на наш скромный городок. Хоть бы это не было очередной шуткой. Чё-то не похоже на сей раз. Жесть, не все в шляпах. Это что-то значит? Приветики, незнакомцы! О, привет! Мы просто проходили мимо. Мы не хотим вам навредить, честно. То же самое сказал последний парниша. Скажем так, он теперь един с ветром. О, божечки, вы... Просто шуткую. А ты аж вся встрепенулась. Хе-хе, хе-хе. Ты впрямь меня подколол. Не очень смешно с твоей стороны, Эдвард. Смею вас заверить, с нами все пройдет прелестно. Вольно можно утверждать, что ваш страх излишен. Блин, меня так бесят эти слова, типа «Коль», «Вольно». Я не знаю.
Эх, вот эх нормальное слово. Почему вам так сдалось отпугивать каждого встречного монстра? Хотя бы кармашка никогда границ не переходит. Никогда. Ну что ж, было приятно с вами познакомиться, но нам пора... А ну-ка, постой, девчушка. Мои ребятки доставляют вам проблемы. Ну-ну. Кто ж так гостей встречает? Непорядок. Зовут Полярная Звезда, я заправляю этим городом. Не в одиночку, конечно же. Вон эти славные монстряки и моя бригада. Вместе мы... Борзая пятерка! Ух ты, мне нравится. Жесть. Наше имя значит... Бесстрашие. Образцовость. Разумность. Задорность, амбициозность, ясность, справедливость. С не вслух. Что ж, теперь, как мы представились, я бы показал тебе и твоей дружайке. Что здесь? Стой, твоя дружайка это человек? Что ж, не могу отрицать, так и знал. Я в этом даже не сомневался никак. Этот ребенок живой, настоящий, в самом делешный человек, так что извиняй. Но я не могу упустить этот шанс на миллион. Эд, ребенка сюда, легко. Стойте, зачем вам Кловер? А, Кловер? Славная имечка. Отвечай на твой вопрос, пернатая. Кловер и я будем заправлять городом. Не надо мне тут пернатой. Ты разговариваешь с Мартлет, членом королевской стражи. Могу и доложу королю Асгору о вашем недопустимом поведении. Ты из стражи? Хорошая шутка. Иб. Я не вижу ничего, чтобы это доказывало. Где броня, оружие, значок? Я ставила все это на посту в Заснежье. Пожалуйста, не пытайся нас провести. Он прав. Я правда сожалею об этом, серьезно. Но дело есть дело. Вместе мы будем борзой шестеркой. Эй, а как же ровный счет? Кловер, мне с ними не справиться. Не волнуйся, я во всем разберусь. Изволь, звезд, обязаны ли мы сие совершить? Да какой сие? Бедняжка Мартлет обескуражена. Не будь занудой, Морей. Когда последний раз что-то интересненькое здесь происходило? В чем-то ты права. Этот город и так полон впечатлений, особенно сейчас. Пойдем, дружбан. О, и пернатая. Добро пожаловать на Дикий Восток. Бармен, тащи пару корыт холодной воды. Я сделаю объявление. Мне нравится, как у них просто стоит стул на сцене обычно, просто без причины. Вот этот постреленок Кловер. Эй, звезд! Какого хрена ты привлек за человека? Цероба, циц! Да, я знаю, о чем вы думаете. Но поверьте, Кловер ничуть не новичок. Этот юный ковбой знает свое дело, просто глядя на эту шляпу. Ладно, веселье еще никогда никого не калечило. Дина, подлей ко мне. Все, никто из толпы меня больше не перебивает. Леди и джентльмонстры, как Цероба и сказала, Кловер в самом делешный человек. Знаю, поражает, настоящая дюковинка. Сейчас было бы самое время послушать человечьей жизни из за первых уст. Но как бы я все и так знаю. Я и сам своего рода человеческий эксперт, ежели не знали. Началось! В самом деле началось. Знали ли вы, что люди используют монстров для перемещения? Как пить дать? Большие четвероногие монстры. Они садятся прямо на них, а потом... Они называются лошади звезд. Ах, значит, ты лично знакома с такими? Впечатляет. А знали ли вы, что люди еще и огнеупорные? Когда они чувствуют себя достигшими какой-то цели, они ведут своих монстров прямо в огромный огненный шар. Получается, монстры сгорают, да? Большинство монстров не огнеупорные. Звезд, ты говоришь, что мою знакомую лошади убил огненный шар? Нет, я не уверен. Кловер знает. Монстры, что там, кочурятся? Я не понимаю, о чем он. Нет?
Вот видишь? Все огнеупорные. А еще. Знали ли вы, что... Слушай, звезд, можешь не продолжать. Потому что всем и так ясно, что это правда. Каждое слово. Ха, я так и знал. А я, блин, крут, не так ли? Да, ты лучший. Да, единственный для нас шериф. Ага. Что ж, значит, с этим мы закончили. Можете расходиться по своим делам. Насчет тебя, Кловер. Скоро ты увидишь, что это за город. Я бы, может, и сам тебе все показал, но главное, что есть там, откуда ты родом. Так это свобода. Ходить по городу и болтать с жителями сколь душе угодно. Я буду ждать тебя тут. Маякни мне, когда подготовишься к тренировке. Ок. Здоровый человек. Вот так знакомство, надеюсь, у тебя нет боязни сцены. Сцены могут быть страшными, такие деревянные. Корчат тебе рожи время от времени. Допустим. Какой милый треугольничек. Полярная звезда лучше. Как-то раз бригада строителей сносила здание в новом... Чё? Я не понял этого слова, ну ладно. Младенец был рядом со зданием, как раз когда оно начало рушиться, но тут, откуда ни возьмись, появляется полярная звезда и наматывает свое лассо. Он обмотал тот небоскреб, даже глазом не моргнув. За спасение его жизни полярная звезда в итоге получает 1 миллион М от здания. Честное слово. От здания? What? Все что-то активно обсуждают. Довольно популярное место. Не так устроено, они там в космосе. Пугатон просто фильмов пересмотрел и считает, что все ковбои уезжают на лошадях в закат, он все неправильно ходит. Блин, это смешно, кстати. Спасибо тебе большое за 149 на свече. Спасибо за донат. Спасибо за поддержку. Реально, реально. Я скажу тебе, что не так. Моя жизнь кончена, потрачена, разбита, стерта с лица земли. Я должен был добиться успеха. Я должен был стать знаменитым продюсером, знаешь, там подавать большие надежды. Но нет, вот понятия не имею, где я туда свернул. Учился с великим трудом, получил среднее общее. Ну что еще надо, а? Пробрался в бронь-шоу в одном местечке Жаркоземье. Я видел в нем потенциал. И вот однажды подъезжает ко мне тот робот и спрашивает, выпускал ли я уже на сцену кого. Не подумай, я отличный продюсер, пишу на компе новые зачетные биты каждые выходные. Талант у меня был, но я не мог предвидеть успех. Я сказал тому одноколесному телеку, что дороги в индустрии ему закрыты. Каким же я был идиотом! Он вскоре набрал фан-базу и по-настоящему взорвался. Не буквально, наверное. Гляди, дитё, скажу тебе вот что. В жизни бывают такие моменты, когда мы словно теряем над ней контроль. Судьба жестоко проучает тех, кто не следует ее урокам. Воспитай в себе дальновидность и постарайся не задирать нос, иначе окажешься на моем месте. Запомни мои слова. Я понял отсылку. Какой одинокий ящик. В смысле? Тут же мужик стеклянный еще рядом. В салуне не всегда так много народу. Видишь ли, сейчас счастливый час, напитки за полцены. Но поскольку ты не в курсе, для тебя все будет за полную стоимость. Смешно. Мужик, ты прозрачный, ты в курсе? Две трети персонажей — это фурсоны авторов? Ну, я не шарю за это. Здорово, здорово, человек. Взгляни-ка на мой товарец. Крепкого не продам. Взрослая газировка. $18 OZ. $30 OZ. What? А есть ли мне смысл покупать что-то на $30 OZ, если... Ну-ка, на-ка. Если у меня нет вообще... У меня 20 хп. Мне интересно, пули-камушки лучше, чем то, что у меня есть. 10-3. Ну, допустим. Окей. Почтальон Кит! Ты ведь Кловер, я прав, твое имя всплывало пару раз. Что за растерянный взгляд? О, точно!
Я не плету рифмы. Ну да, просто у нашей компании такая политика. Иногда она немного утомляет, но больше жаловаться не на что. Великолепная работа, ни за что бы ее не променял. Все же меня кое-что беспокоит. В последние дни только и кричат об этих заправских мобильных телефонах. Уж не знаю, сколько почтовые службы еще... Ой, уже все. Вот так раз. Мой отдых прошел, не моргнув глаз. Как письма придут тебе в раз, встретимся мы сразу в тот час. Ха-ха! Ну, видимо, телефоны не такая уж и проблема. Скажу сразу и напрямую. Да, я палец. Я оторвался от прежних оков вместе с крайней партией бутылок. Окей, бывает. Тут какие-то котики играют в карты или что-то. Развлекают себя прекрасной, честной игрой в покер. Как я все время проигрываю? Вы чувствуете каннибалистические намерения? Оу. Вот это очень смешно. Вот это вот очень смешно. Так, ну ладно, погнали. Теперь убегаем из этой дыры. Салун. Эй, человек, в порядке? Нет. Чё я и ожидала? Я извиняюсь за поведение звёзда. Он очень увлекается человеческой культурой и всем связанным с ней. Твоё здесь появление чуть с ума его не свело. В смысле, это поражает. До тебя ещё несколько человек попадали в подземелье, но никто из них не доходил до этих песков. Но я рада, что хоть кто-то дошёл. Меня зовут Цероба. Я подруга звёзда, но не в его бригаде. Это всё слишком взбалмошно. Не моё. Могу ли я спросить твоё имя, Кловер? Добро пожаловать в подземелье, Кловер. Твой наряд удивителен, если честно. Но, не давлю, дело твое. Боюсь, звезд тебя чуть потаскает по своим развлекухам, но, полагаю, тебе есть куда идти, верно? Замок, барьер, ты, наверное, хочешь домой. Если честно, я уже давненько не видела звезда таким. Думаю, тебе стоит поразвлечь его немного, подыграть ему. Я гляну, как тебя поскорее провести дальше. Знаю, я один безопасный путь Жаркоземья через... Ладно, пока рановато для этого. Поговорим позже, Кловер. Рада была с тобой познакомиться. Тюрьма! Вытащи меня отсюда, малыш! У меня есть семья, надежды, мечты, пропущенные ТВ-передачи. Я ничего такого не сделал, хвостом клянусь. Я не знаю, как тебя выпустить, братан. Кловер! Я знаю, что могу на тебя положиться. Как насчет того, чтобы вытащить меня отсюда? Шансики есть? Не, прости. Все норм, знаю, что это будет трудно. Как же вы пешки в любом случае? Как там того шерифа? Полярная звезда зовут, да? Ну и урод. Я пыталась за тебя вступиться, правда, но его хулиганы были слишком сильны. С учетом этого факта, не думаю, что это можно будет решить силой. Должен же здесь быть хоть кто-то рассудительный. Кто-то, кто поймет, что все это несправедливо и выпустит меня. И когда это случится, я... Кого я обманываю? Даже властью злоупотребить не смогла или хоть что... Я тут распинаюсь, да, но мы-то загнаны в угол. Если Асгор или кто-либо из стражей прознает о тебе, это конец. Эх, ну, полярная звезда, похоже, полон энтузиазма. Сможешь ему подыграть, дабы расположить к себе и выпустить меня? Или, не знаю, просто держи себя в руках, я буду здесь. Ну, что за денёк? Окей, допустим. Я не это хотел сделать, ну, допустим. Здорово, жизнь, ну, в шляпе. Неожиданно, да? Поменял приветствие под стать окружению. Зацени еще и шляпу, я так маскируюсь. Народу здесь много, так что на всякий случай я себе ее присмотрел. Повезло, что тебя разделили с Мартлет, но я надеюсь, что этот звездный тип не задержит тебя надолго. Если и задержит, то могу и вмешаться. Окей, что лучше, Undertale, Deltarune или Undertale Yellow? Я пока не прошел Undertale Yellow, чтобы говорить. Не могу сказать. Насчет Бартлет полностью понимаю его негодование. Вышли. Если она из королевской стражи, то сулит нам проблемы. Она грозила звезду жалобой королю Асгору. Шаг за шагом, и вот уже Дикий Восток охвачен пламенем. Ну, положим, смею полагать, Асгор все поймет. Но что предпримут другие, в частности, глава королевской стражи? Изволю надеяться, тебе не доводилось с ней пересекаться. То бишь, мне она не встречалась, лишь был слух о нашей схожести. Оу, я понял. Вести. Эй, не знаю, в курсе ты или нет, но в конюшне организована веселая карточная игра. Ее проводит мой друг, в то время как я обозреваю прибыль. Тебе стоит попробовать. Понятно, развод на бабки.
Иго-го! Иго-го! Иго-го, говорю, потому что я лошадь от ночи ко дню. Грызу я морковку и сено жую, но только скромная, иди ты молю. Окей. Какой классный дизайн персонажа, он буквально... Доминошка. Приветствую! Могу ли я заинтересовать вас игрой в шестизарядник? Простая игра на сложение одинаковых карт. Входная стоимость 3М. Вы можете отыграть свои деньги и выйти в плюс. Заинтересованы? Давай. Объясняю правила игры. Слушайте их внимательно. От колоды из 36 карт будет отделено 20. Остаток будет лежать на столе отдельно. Всего 6 разных видов карт, каждая с уникальным знакомым лицом. Вам предстоит складывать карты с одинаковыми на них лицами, но лишь те, что с ними по соседству. Чего? При успешном сложении они убираются с стола, затем их заменят еще две карты из запасной колоды, той, что из 16. При победе менее чем за 45 секунд ваш выигрыш стоит 25 монет. Менее чем за минуту 15. Любое дальнейшее время лишь сложно вернуть свои деньги. Если колода пустая, ни одну карту более невозможно сложить, вы проиграете, не получив награды. Вам понятно? Да. Начнем игру. 3, 2, 1. Окей, окей, я понял. Хватит прыгать! Управление не очень удобное, если честно. Лажа? Я понял, ты даже не ел, но все равно через слово внутреннего санса выпускаешь. Да блин, я больной человек, ребята. Я не виновен. Ну я понял суть игры, чат. Нормально, нормально, все получится, все получится, говорю вам. Все получится. Ага. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы оно... Во-в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 о
Я понял лично. Ууу, как хорошо. Ууу, как хорошо. Это оно, это явно оно. Легко. Давай еще раз, братан. Давай еще раз. Я отыграюсь. У меня такой Макс Вин здесь будет. Конечно, я хочу сыграть еще раз, чел. Я гений, я тебя обыграю. Ты будешь уничтожен просто. Так. Думаем. Как мне сдвинуть вот сюда? Хорошо. Вот это тоже хорошо. Вот это тоже хорошо. Вот это было плохо. Это было очень плохо. Это было решительно ужасно. Это худшее решение в истории решений. Ну, хотя бы так. Тяжело. Я заруинил, мне кажется. Ох, как это плохо. Как бы мне сделать их близкими друг к другу? Не, это посос, я проиграл. Нет, я не проиграл. Что я могу сделать еще? Вот так можно? А, по диагонали можно было играть все это время. Ну ладно, я все равно проиграл. Можно дюпать деньги с помощью бургеров. Не знаю, как это работает. Ну, допустим. Нормально, чат, я узнаю больше механик. Я становлюсь лучше, меня категорию на казино. Нет. Нет, я не думаю так. Mm.
Дальше. Вот это самое сложное пока что. Как бы мне их объединить? Это очень плохо. Не, мне кажется, посос, чат. Мне кажется, это посос. Все, я больше ничего не могу. Звезды по диагонали можно было. Ну, блин, это очень залипательно. Мне очень нравятся мини-игры в этой игре. Пока что то, что больше всего удовольствия мне доставляет в Undertale Yellow, это мини-игры, не иронично. Они прям крутые. Ага. Тяжело. Хорошо. Хорошо. Теперь мне нужно связать вот этих вот с этими. Как это сделать? Непонятно. А, так нельзя же, я дурак. Дуря. Надо быстрее, чем за минуту! Срочно, срочно, срочно! Давай, 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 давай! Это засчитается? Сюда! Сюда! Ты потерялся деньги. В смысле? Я отыгрался! Я в таком плюсе! Я в мега плюсе, чат, это Макс Вин! Это Макс Вин! Отыгрываться придется этому челу. Нет, стоп, давайте не так, давайте вот так. А это мне все равно все заруинит. Бэм. Тяжко. Как бы мне соединить вот это говно? О! О! А, нет! Не о. Да. Так, давайте еще раз. Еще одна победная и идем дальше делать дела. То есть наш на карточке К. Блин, не шарю, не могу ответить на вопрос, не уверен. О, я дурак. Теперь будет сложнее это сделать. Надо было не с этого начинать. Ну ладно. Так, наверное. Не-не-не, стоп. Вот так. Да-да-да-да-да-да-да. Оно, чат, оно. Ну оно. Еще раз, чат, ну ластовый, закрепляющий надо, закрепляющий. Какая игра нравится тебе по механикам? Да я на самом деле не ради механик играю в игры, не знаю. Даже не знаю реально, хз. Поехали. Не с того я поехал, ну ладно. Угу. Угу. Хорошо. Пожалуйста, это то, что я думаю? Блин, нет, за 45 секунд не успел. Чуть-чуть не хватило. Ну, закрепляющий, чат. Ну, почти 45 было.
Ну, почти 45 было, ну... Ну, там вообще Макс Вин же будет, а? Угод! Ожидание. За этот стрим мы пройдем на одну концовку мини. Реалис. Заработал 1 000 000 монет, играя в казино. А минусы-то какие-то будут? Я дурак. Нет, стоп. Давай так. Сосалово! Ну оно того стоит, ребята. Но оно стоит того, реально. Это геймплей гениальный. Вот это я не знаю, как лучше. Наверное, да. Наверное, вот так. Потом 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 вот так. Ошибочка. Все, это софтлок. Да. Сможет ли стример войти в рекорд 39 секунд? Да не сможет, походу. Походу не сможет. Пугот не лудоман? Пугот абсолютно не лудоман, ребята. Я даже не близок к лудоману. Я проиграл, ребята. Казино всегда выигрыш. Это неправда, это плохое казино. Я обыгрываю его буквально каждый раз. Чуваки, я же вообще гений. Математическое ожидание победы выше, чем математическое ожидание поражения в этой игре. Вот и все. Вот и весь секрет. Ага. Блин, затуп получается абсолютно и здесь. Окей, походу я его решу. Нет! Мне кажется, короче, наступил момент, когда казино уже обманывает. Типа, знаете, чтобы троллить. Я не буду сейчас смотреть, что ехал. Я занят, ты не видишь? Я ж... Ну, ты видишь, что тут происходит? Нет, так проще. Хорошо. Ребята, заявка на победу. Нет, мне не хватит типа 1 секунды, говно. Дорогой, ты обещал пойти по делам 10 минут назад. Да все, я ухожу. Я мискликнул, я хотел уйти. Понял, почему такой короткий? Ну, фактически, ты в плюсе, ведь одна победа — это как 5 проигрышей, ведь я про это 3, же! Которые ты теряешь, а победа — это 15, очень выгодная так игра. Так что фарми сыпу года, возвращайся в семью Лудомана. Это очень выгодная игра.
Она пипец какая выгодная. Блин, что я сделал? Окей. Это оно! Это оно! Это оно! Спасибо большое на свече, спасибо за донат. Все! 25 мне насыпали! Ну, не рекорд, конечно, зрителя, но все равно неплохо. Все равно неплохо. Нет, все, спасибо, с меня хватит. Я уже самый богатый. Ваша экономика развалится скоро. Я не знаю, зачем в эту игру добавили что-то, кроме вот этого казино в амбаре. Типа, я бы просто мог играть в это часами. Приветики, классно сидишь на барном стуле. Чую, ты у всего городка на слуху будешь. Мы так здорово позабавимся на совместной тренировке. Хе-хе, в общем, увидимся. Шкаф с чистящими средствами, они выглядят новыми. Блин. От комода исходят странные запашки, вы решили не копаться в нем дальше. Привет, я Пивла Фива... Фа-бив-ва-ви-ви-ви-фами. Апофе-ма-ва-ей-ва-пифи-дог-в-кавал-в-то-ви-фим-фи. У него фон-филиф-в-шева. Овлом. Ну, фоть на флаф-пуфы-в-та-я-квафать для пофняфия-фуфа. Понял. Добро пожаловать в лечебницу Дикого Востока, где боль в больнице идет на выход. Меня зовут Док. Вы больны, ранены, какой у вас диагноз? Стесняетесь, ничего страшного, у меня есть именно то, что вам нужно. За предварительную плату могу перегрузить ваше здоровье. Это экспериментальный препарат, но кто сказал, что я квалифицирован? Что скажете? Погнали. Я начну процедуру, ясно, немного это. И готово. Вы получили плюс 15 доп. АЗ. Когда энергия сайлена, сейчас не всегда. Всегда можете заходить ко мне с добавкой, но только по одной за раз. Могу и рискнуть, но я не сумасшедший. Окей. Док уехал на отдых. Зачем в эту игру про казино завезли сюжет? True. Реально. Здорово, у тебя не найдется немножко той самой неплохой кошачьей мяты? До смерти хочу попробовать, сказал бы я, будь я грязным бандитом! У тебя почти что удалось подловить. Взял бы на горяченьком и сдал бы борзой пятерки. Не-ха-ха, аккуратнее будь, партнер. Жесткий. Есть старье, можешь продать его у Блэк Джека. Товар дня, вычурная кобура отлично защищает. Два коробка резиновых патронов лежат на стойке, лучше оставить их нуждающимся. Оружие. Порох. Патроны ЗАД, тщательно изготовленные. Подрасти пока что. 8 защиты, сделан из кожи. Иди в казик и накопи на дикий револьвер. Папа, надо. Револьвер для взрослых? Ты можешь ему сам что-нибудь продать? А, он не продаст револьвер? Ну ладно. Тогда серебряные пули возьмем и все. Не знаю, пригодятся ли они мне. Ну а вдруг пригодятся. Гигантский замок преграждает путь. Наверное, это перебор. Старое колье, выброшенное в песок. Выглядит дорого. Вы получили колье. Экипируй теперь. У меня столько же атаки, сколько и было, чуваки. Я не знаю, на что я потратил 80 монет. Пули имеют собственные спрайты. Класс. Спрайт — это тема. Давно не пил спрайт.